Всем привет, компания Мураш, друзья. И мы хотим сообщить, что нам вот только что подвезли мурашей из Таиланда. Здесь именно идет одна семья диакам с кокоса. Человек в кокосе их вылавливал. Давайте на них посмотрим. Вот они еще даже не переселили, мы их только-только с пылу с жару. Такой специфический запах Азии сразу идет. Диакамка. Сейчас посмотрим, что у нас тут. Ну вот они. У меня субстрат кокосов, я так понимаю, в чем они вот были. Их вот в этом привезли. Потом будем переселять. Фоточки по ссылочке укажу. Так, дальше. Вот это, ребят, это фидоли. Так, где они, вот они. Трехматочная семья фидоль, но сразу скажу, это не энсисы. Мелковаты, рабочие есть, солдаты есть, несутся как кони. Вот, можете сами посмотреть, большое количество расплода. А, три матки здесь, сейчас мы посмотрим. Это этот видел, вот одна маточка, раз. Давайте ее рассмотрим, может быть, знатоки скажут, что это за вид по формам матки. Ну, хотя, не йенсис. Похоже, конечно, по форме. Давайте, ребят, ваши варианты, что это за фидольки. Так, и вот здесь еще две матки тоже было. Да, вон они крупные. Есть солдаты. Солдаты не особо здоровые. Вот видите, там на заднем плане вот маточка и большое количество расплода. Ой, будем пытаться переселить, конечно, их. Вот еще в такой сложной инкубаторе, сложной нам привез человек. Ну ладно. Так, ставим их, этих двух зверей. Так, у нас тут не побег, но с дороги он мог быть. И вот это, смотрите, вот здесь вот тоже интересно. Это, ребят, ночные кампы. Я их привозил сам лично с Таиланда тоже. В последнем выпуске Мураш Тай 2 вы могли видеть, в кокосе также найдена была семья. Вот, поэтому сейчас я вам покажу, почему ночные. Потому что, ну, они реально активны очень ночью. Так, сейчас потихонечку. Их тут очень много. Вот смотрите, такие они красавцы. Ага, вот сфокусировалась. Множество солдат, рабочих, маточка одна, конечно же. Вот кого-то там придавило, я смотрю. Так. С ними нужно аккуратно, сказали, там их что-то нереально много. Если поднимется паника, я помню, по прошлому разу, то они начинают судорожно все бежать. И опять же стучат брюшком, как у всех кампов. У ников особенно. Ой, красавцы. Поэтому, кому эти кампы интересны, ребят, также пишите. Вот мы их отфотоим. Постараемся определить все-таки вид этот. Но не определим, так будут кампы СП, конечно же. Вот это только одна часть. Остальные, как меня уверили, они зарылись. Можете видеть, также здесь все субстратское, вон кокосовский субстрат, кокосовый. Вот, ну, у кампов, да, у них интересно, у них и солдаты, и получается рабочие, разные по размерам также. То есть солдаты есть большие, есть маленькие. Ну, живы, нормально, доехали, все хорошо. Поэтому, друзья, пишите ваши комментарии, очень интересно от знатоков узнать, что за вид кампов. Более детально вы можете их посмотреть на видео, которое я делал с кокосом Мураш Тай 2. Посмотрите, пожалуйста, там более детально. Муравьишки все вроде бы чистенькие, никаких я не вижу клещиков на них. Разведчик пошел.
И еще просьба ваша, у меня точнее к вам, по поводу все-таки этих, фидолик, что это за вид, как вы считаете, ну прям мелковатый, ну сколько, ну миллиметра 3, наверное. Хотя, может быть, и инсисы. Надо рассмотреть их. Не, инсисы, мне кажется, длиннее. В общем, давайте, ребята, ваши варианты по поводу этого всего. Это компания Мураш. Ждем помощи от вас.